Слава Богу! Сегодняшняя тема моей проповеди будет о любви к Богу. Первая Иоанна, 4 глава, 7 стих, 21. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любит он Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивление за грехи наши, возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бог никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, знаем из того, что Он дал нам от Духа Святого. И мы видели и свидетельство Ее, что Отец послал Сына Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в Него, в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он, В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Но тому, что страх есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, то лжец. Ибо не любящий брата своего, который видит, как может любить Бога, которым не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил брата своего. Из этого прочитанного текста мы можем определить, что насколько мы любим Бога, и пусть наша любовь к Богу будет в исполнении заповеди Его. Люби ближнего своего, как самого себя. Пусть нас Бог всех благословит в Его деле. Аминь.